Салам алейкум, пацаны! Как же мы сможем получить магический куб? Очень многие спрашивают, что мы просто сможем зайти и забрать? Нет, друзья мои, это нужно будет кое-что сделать, чтобы мы все смогли получить именно этот куб. Также новый обменник, также новая, прям легендарнейшая, сегодняшняя новая, добавленная в наш регион, катана. Ну и, конечно, сегодня все подробно расскажу про то, что же нам нужно будет сделать, чтобы именно забрать эти, скажем так, да, этот магический куб, потому что его будет забрать не так уж и легко. В общем, друзья мои, всем желаю приятного просмотра. Обязательно прямо сейчас просто поставьте лайк, подпишитесь на каналчик, не забывайте ставить любой комментарий, разыграю вам 100 алмазиков по комментариям, да. Также давай добьем 300 тысяч подписчиков, 300 тысяч, у меня цель добить, да, за лето. Вот, ну и, конечно, не забывайте подписываться, самое главное, на мой телеграм-канал, ссылочка в описании, там, где я для вас уже скоро буду выбирать человека на прокачку, и скоро будет раздача там промокодиков, ссылка в описании. Вы готовы? Давайте, наверное, начнем с самого начала. Сначала переходим к чему, друзья? Переходим мы, наверное, к событию. Заходим к событию, и тут, знаете, у нас есть магический куб. Что у нас будет добавлено именно... У нас будет добавлено, сами видите, получается, это набор 1, набор 2, набор 3, набор 3, да? Секундочку. Набор 3, набор 4 и дробаш, и еще оружие у нас также будет за магический куб. Как видите, да, внизу еще есть дробаш и оружие. Скорее всего, это тоже будет добавлено за обмен, потому что тут он показан в обменнике. То есть снизу, видите, то есть 4 набора и 2 оружия. Что же тут-то нужно будет получать? И как тут нужно будет забирать этот магический куб? Очень многие думают, что просто зашли в игру и получили магический куб. Нет, друзья мои, это будет работать совершенно не так. Совершенно не так. Получается, как это все будет происходить? Вам нужно будет взять... Каждый день, реально каждый день, который вы играете в игру, каждый день просто брать и играть в игру. Что вообще это такое? Вот магический куб, да? Вот магический куб. И тут-то вы, конечно же, будете кое-что делать. Например, не например, а вот что нужно будет делать. Это только 15-го, друзья мои, с 15 на 16 число до июля. После каждого матча в рейтинговых режимах ты будешь получать осколки магических кубков. Осколки. Максимум можно будет получить 100 штук максимум. И специально ради этого, да, ради этого добавили новый обменник куба. Понятно? То есть ради этого только. То есть получается, вам нужно будет играть в игру и получать за, в играх рейтинга, да, получать осколки. Получать осколки, и благодаря этим осколкам вы сможете получить, получается, себе 100 осколков и обменять на магический куб. И этот магический куб вы уже сможете обменять на новые наборы и оружие. То есть дробаш за магический куб, то есть многие оружия и так далее. То есть это все можно будет получать за магический куб. Как видите, скорее всего, как я понял, что нам нужно будет сыграть 6 игр, 20 осколков, 12 игр, 18, 24, 30 игр. То есть, скорее всего, если я правильно понял, то нам нужно будет сыграть определенное количество игр и получать осколки именно да, на свой аккаунт, если я, конечно, не ошибаюсь. Или, возможно, это какие-то очки, да? Но то, что у нас будут получать осколки магического кубка, вы сможете получать за рейтинговых катках, да, в рейтинговых катках. То это, конечно, друзья, мой факт. А что вы не просто сможете заходить в игру и получать себе магический куб. Вам нужно будет немножко еще поиграть, чтобы получить осколки. И эти осколки уже обменивать на новые, получается, топовые именно наборы, да? То есть обменивать осколки на куб, а куб уже на набор. Вот, также получается, что хочу вам показать, друзья мои. Это, конечно же, добавили новый обменник на зарубежном регионе. То есть в этом обменнике видите, сколько всего есть интересного. То есть получается рулетка в виде, короче, это... В виде колеса фортуны, но в колесе фортуны есть, короче, определенные наборы. Вот, и там вот можно уже, где вот этот, где рамка она останавливается, тот получается набор и можно будет обменять на магический куб. То есть такие вот наборчики также добавляют на зарубежке. Я уверен, у нас будет совершенно новый обменник, я уверен. То есть я вам покажу, какой уже будет следующий обменник, приблизительно я вам покажу совсем скоро уже, да. Также получается у нас вот такой вот обменник. Тоже приблизительно, тоже у нас такой появится в следующем обновлении. Тоже приблизительно, да. Это получается также добавит, возможно, повторно это у нас клоуна за обмен магического кубка.
тоже не исключено, потому что это уже добавляет новые совсем обменники на зарубежке, да. В любом случае, у нас это пока добавляет временно. Вы знаете, да, что у нас добавляет обменник временно с 15 на 16, что у нас будет добавлено довольно-таки очень много еще, получается, наборов в обмен магического кубка. Очень много. Так что будем ожидать. Я, скорее всего, думаю, что будет даже добавлено очень много оружия. Вот. И на зарубежке добавляют также многие наборы. Арктический синий. Вот такой вот набор рэпера. Я его так называю. Офигенный наборчик. Очень бомбовый. Тоже, в принципе, на зарубежке это имеется. Вот. Так что дальше у нас получается что, братишки? Также не забывайте. Всем вам говорю, да, чтобы вы, короче, все понимали и знали, что, друзья мои, не забывайте, конечно же, прямо сейчас переходить на мой стрим. У меня сегодня на стриме будет очень бомбовая, получается, скажем так, да, не рубрика, но сегодня у нас будет на стриме, будем разыгрывать, короче, мы человека, который выиграет у меня прокачку, прям в онлайне. То есть, прямо сейчас ты уже можешь зайти на мой стрим и выиграть у меня уже прокачку. Прямо сейчас заходи обязательно. Ставь лайк обязательно 100%, подписывайся, и ты по-любому выиграешь прокачку, по-любому. Вот, также не забывайте, у меня скоро буду выбирать в Телеграм-канале, тоже буду на прокачку выбирать, да, в Телеграм-канале. Вот, и там же я опубликовываю все свежие новости, а также промокодики. Тоже не забывайте подписываться, если ты хочешь прокачку, подпишись на мой Телеграм, 100%. Я уверен, что выиграешь. Вот, поехали дальше. Дальше, друзья, мы на событиях добавили новую катану. Как я и говорил, многие мне не верили, многие я обещал вам, что вот это выйдет. Вот, друзья мои, оно и вышло. Как я и говорил, 11 числа выходит новая неоновая катана. Говорил вам? Говорил. Вот она и вышла. Неоновая катана вышла с оружиями. Также это все будет в обменнике, то есть получается нам нужно определенные жетоны обменника, да, то есть получается это на 40 штук нужно жетончиков. Вот, и забираем, получается, именно эту катану. Катана реально довольно-таки неплохая, Очень прикольно смотрится она на персонаже, довольно-таки очень прикольно смотрится. Так что я думаю, что каждый из вас захочет в любом случае эту себе топовую прям легендарнейшую катану, в любом случае, да, братва? Я думаю, да. Вот, также, конечно же, не забывайте, если у вас возникают сложности при донате в игру, вы не можете себе сдонатить, у вас какая-то ошибка выходит, то спокойно можете прямо сейчас мне в ВК написать: «Дистри, я хочу приобрести алмазы, хочу купить алмазы, я вам помогу». Потому что я доначу через официальный сайт Greenshop, это, во-первых, безопасно, и через меня алмазы приходят прямо в течение 30 секунд, это тоже очень большой плюс. Вот, но за это, конечно, буду брать определенную комиссию. Если вам нужны алмазы, можете мне в ВК писать, я вам помогу сдонатить, алмазы вам придут 100%, прям 100%. Вот, ну сегодня будем на стриме уже выбивать эту катану, вот, да. Я вам рассказал, что нужно будет сделать для того, чтобы получить магический куб. И не забывайте, друзья, мы зовите всех друзей, потому что у нас магический куб, зовите всех друзей. Потому что у нас обменник за магический куб всего лишь только будет действовать 2 дня. Так что всех буду ждать, да, именно на обменнике. Потому что он действует только с 15 на 16. Всем все ясно, надеюсь, всем все ясно. Ну а я вас люблю, я вас обнимаю. Прямо сейчас обязательно, друзья, переходим на мой стрим, подписываемся, ставим все, что нужно, да, лайк ставим обязательно. Ну и, конечно, не забывайте, на день выходит 2 видеоролика, в 7:45 и в 15:45 по московскому времени. Для вас стараюсь, выпускаю. Если подпишетесь, я буду вам очень сильно рад. Вы лучшие. Спасибо каждому, кто меня смотрит, кто меня поддерживает. У меня очень-очень, скажем так, такие прям эмоции, когда вот вы поддерживаете меня, я реально вам очень благодарен от чистого сердца, я вам говорю спасибо, и ты красавчик, именно ты красавчик, спасибо, всех люблю, всех обнял. Также не забывайте, конечно, друзья, если кому-то забыл, если кому-то нужна адекватная гильдия, с нормальной, скажем так, с нормальными людьми, с нормальными, скажем так, правилами, да, вот, в любом случае, можешь скинуть заявочку, мы вас рассмотрим, вот эти же мои гильдии, мы вас рассмотрим, если, конечно, вы нам подойдете, конечно же, мы вас обязательно примем к себе в гильдию. Ну и, конечно, не забывайте, если вам нужны настройки на ваши телефоны, также можете ко мне в ВК написать, можете купить настройку, VIP-настройку по очень дешевым ценам, за очень-очень, друзья мои, реально маленькие суммы, потому что у нас проходят VIP-настройки, да, по акции до конца лета. Так что покупайте, приобретайте, я вас люблю, всем пока, вы лучшие.